песня про собаку. Есть у меня домик и двор, надо его охранять, чтобы никто не залез. Маленькое пояснение о спонсорской подписке. Я вот специально оздоровление Эдуарда делаю отдельно и нигде его не выкладываю, потому что там много фотографий таких отталкивающих. Но те люди, которым это надо, чтобы они понимали, что происходит с человеком, что, возможно, с ними происходит и как это все надо выравнивать, как от всего этого надо избавляться. То есть это то, кому надо. Вообще спонсорская подписка, знаете, это для людей, которым это действительно нужно. Они просто там какие-то зашли, любопытные, там, ой, это все брезливо и прочее, прочее. И вы знаете, вот меня как-то даже обрадовало, что появились вот первые там где-то 13 человек или даже 15 спонсоров. Как-то, знаете, вот какое-то даже воодушевление произошло, что люди начинают понимать, начинают ценить. Они просто там 20 тысяч подписчиков. Пусть будет вот таких вот подписчиков, там, допустим, 100, там, 500, ну, 1000, это еще хорошо. Вот, которые заинтересованы в получении полновесных знаний, заинтересованы в процветании канала, чтобы они получали от этого пользу и не знали, за что платится. Оплата в месяц 50 рублей, 50 рублей. Проплатили, не понравилось, на следующий месяц вы там не подписываетесь. И, кстати, спонсоры, теперь уже, знаете, вот интересно становится работать. Они могут уже просить ту или иную тему, чтобы я осветил. Хотя я со своего, с высоты своих, как бы сказать, опыта, знаю, что надо в первую очередь, как я вот говорил, про диагностику. И что там дальше делать, уравновесить жизненные принципы, дальше там, допустим, очистить организм для того, чтобы нормализовать его, все жизненные процессы, чтобы там ничего не мешало. Как это сделать, все это там такое. Помимо того, что задается просто, ага, вот, а вот у вас нету там рецептика от этого или еще. То есть это для тех людей, которые действительно хотят получить полноценные знания, полновесные, рабочие, а не просто там какие-то там обрывочки. Вот в этом случае они действуют, в другом случае они не действуют, потому что у вас разная индивидуальная конституция. Непонятно, какие паразиты, как от них там избавляться и так далее и тому подобное. Чтобы действительно был какой-то союз единомышленников, а не просто там хихихаха там, несерьезно и так далее. За все так или иначе приходится платить. Лично я плачу и за то, чтобы книги купить, плачу и за оборудование, и плачу своим жизненным временем на то, чтобы это все потратить. И добиваюсь тех результатов, которые вот, которыми я доволен и благодаря которым я живу. Ну вот так примерно я объяснился с будущими спонсорами. Любое дело требует поддержки. Нет этой поддержки, значит, она не надо. И она засыхает, увядает и так далее. На этом заканчиваем.